Кмезулина очень любит туфли итальянского бренда Gianvito Rossi, видимо, из-за созвучия Rossi с Россией. Мы нашли у нее сразу 9 пар этого итальянского дизайнера. Самые дешевые из них обошлись нашим с вами кошелькам 40 тысяч рублей. Подражая главной героине песни «Лабутены» группы «Ленинград», Мизулина обзавелась сразу 2 парами обуви французского дизайнера стоимостью в 53 и 50 тысяч рублей. Самые дорогие в обнаруженной нами коллекции – замшевые туфли «Александр Маккуин». Они обошлись Кэрри Брэдшоу, Екатерине Мизулиной, то есть нам с вами, почти в 70 тысяч рублей. Общая стоимость обуви Мизулиной – 850 тысяч рублей. На эти деньги среднестатистический пенсионер живет несколько лет, если, конечно, доживает до возраста выхода на пенсию.